Спасибо большое. Хорошо. Владимир Владимирович, вы уже работаете 3 часа. Три часа в эфире. Владимир Владимирович, да, вот Байкал, давайте, Байкал, Ума, как? А вот здесь Байкал, и вы его, сейчас, и там это. Здравствуйте, меня зовут Илья Кашинов, я из ГТРК Бурятия, город Улан-Удэ. Я хотел спросить по поводу проблемы, обозначить, да, это не вопрос, просто хочу обозначить на федеральном уровне. С 1 октября был введен запрет на вылов омуля, соответственно, все предприятия, которые работали на берегу Байкала, они все закрылись, и люди остались без работы. Представляете, Сибирь, север Сибири и так далее, все люди занимались этим делом, остались без работы. Единственный момент господдержки – это пособие по безработице. Я просто вас, наверное, прошу галочку сделать. Если когда вы сделаете, машина заработает и найдется ответы на эти вопросы. Как помочь этим людям? Хорошо. Спасибо. Вы правы. Я сразу, не дожидаясь второй части вопроса, хочу сказать, что вы правы. Если так происходит, это недопустимо. Естественно, надо бороться за экологию. У нас вот запрет на черную икру, допустим. Он, как он реализуется? Плохо, потому что на всех рынках черной икры полно. Значит, то же самое по омулю. Если он истребляется, его нужно защитить, надо на какой-то период ввести мораторий, то нужно подумать, было прежде о людях, которые работают на этом и семьи свои кормят. Но я обращу на это внимание обязательно. Вторая часть вопроса по Байкалу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Юлия Пермякова. Я представляю телерадиокомпанию ТВКОМ из Улан-Удэ, Республика Бурятия. У меня 2 вопроса, я очень коротко. Вот по Байкалу касаемо. Там расширили границы водоохранной зоны от 200 метров до 80, а где-то и до 100 километров. То есть люди теперь автоматически стали нарушителями. Они не могут приватизировать землю, дома. Они должны все ездить по асфальтированным дорогам. Бьются они уже давно, уже как 4, по-моему, года. И вот последний раз активистка была на приеме у Донского. Ничего пока невозможно никак решить эту проблему. Речь идет о 130 тысячах людей. Это 4 района. Можно ли как-то вот этот вопрос, да, решить, заняться им? И второй вопрос касается города Улан-Удэ. Город Улан-Удэ, он считается туристическим центром Бурятии, но, тем не менее, уже 10 лет мы ждем строительства 3-го моста через реку Уда. Уже 10 лет. Его стоимость 4,5 миллиарда рублей. Сейчас у нас сменился глава региона Алексей Цыденов, вы знаете, он тоже большую работу делает, пытается где-то найти эти средства. Но, понятное дело, мы дотационная республика, мы не можем ни в бюджете республики, ни в бюджете города найти такие деньги. То есть сможет ли федеральный центр как-то профинансировать строительство моста? И если это возможно, то можно какие-то временные рамки обозначить? Спасибо. Объекты такого рода строятся всегда с участием федерального центра и с федерального бюджета. Нужно просто, я и с новым руководителем поговорю, и с министром транспорта, нужно просто в плановом порядке своевременно делать заявки и добиваться их включения в общие планы общего развития транспортной инфраструктуры, в том числе и мостовых переходов. Я посмотрю на это. Теперь по поводу вот расширения, такого расширения охранных зон. Я уже говорил, когда мы совещание проводили на самом Байкале, что нужно бороться за экологию. Вот здесь вот коллега слева тоже об этом говорил. За сохранение природы. Но нужно все делать в рамках здравого смысла и не нарушать нормальные жизни людей, которые живут на этих территориях. Мы обязательно к этому вернемся, хорошо? Владимир Владимирович, вас в 4 часа в Кремле ждут герои России. Да. Вы знаете, не сердитесь, пожалуйста, на меня. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Надо действительно завершать. Как бы не хотелось с вами поговорить, подискутировать. Как бы не хотелось с вами поговорить. Мне очень хочется. Но не сердитесь, мы еще постараемся с вами в каких-то форматах увидеться. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всего самого лучшего, благополучия всем вам, вашим близким и с Рождеством, кто будет его отмечать. Всего доброго всей нашей стране, всему корпусу журналистскому. Хочу заверить вас, что мы вас слышим. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы высоко оцениваем роль и значение прессы в сегодняшней российской жизни. Позвольте выразить надежду, что мы с вами будем конструктивно сотрудничать и в наступающем году. Благодарю вас. Всего хорошего.